правильный подход к тренировкам и упражнениям. Это программа «Ты можешь больше», и мы продолжаем рассказывать вам, как тренируются настоящие олимпийские чемпионы. У нас в гостях гребец Юрий. Если я что-то делаю неправильно, ты, пожалуйста, говори мне, поправляй. Каким хватом? Ну, прям вот так. Да. Ой, это не так-то просто. Ну, да. Что мы делаем дальше? Дальше мы можем взять нашу гимнастическую ленту. Можем, да, бери вот так, держи край. То есть упражнение тоже то самое, которое ты делал много перед Олимпиадой в Лондоне? Да. Угу. Стоял возле гимнастической стенки и делал вот так вот. Ну и сводил. И раз тоже 20 где-то делаешь. Скажи, пожалуйста, насколько тяжело психологически тебе было тогда? Потому что, ну, я даже представить не могу. У тебя впереди Олимпиада, главный старт твоей жизни. Вот как ты переживал этот момент? Ну, я представлял, что мне нужно... Вот на один раз я был готов. Мышца, она болела после долго. То есть предварительный заезд мы прошли, на следующий день полуфинал стою, ну, опять силы есть, взорвались, проехали. И финальный заезд тоже хорошо подготовили нас. И мы... То есть если бы был бы заезд через час, то я бы уже, наверное, так не смог бы. И таких разрывов, наверное, не было бы. У нас просто колоссальный получился разрыв, мы сами этого не ожидали. Я никогда не забуду ваш финиш. Это, конечно, было что-то фантастическое. Ну и потом вы такие прекрасные на пьедестале. Так, давай я попробую сделать это упражнение. Давай, там еще у нас с другой стороны будет делать. Объясни, что делать. То есть ты прижимаешь локоть, так. Другой возьми вот, да, чтобы он был зафиксирован, угу. И как бы своди. Да, вот так. Угу. Юра, когда пришел сегодня к нам в гости, он пришел с веслом, с тем самым веслом, с которым он выиграл Олимпиаду 2012 года. Давай покажем. Давай. Хочется, чтобы ты рассказал про него. Каждому спортсмену нужно свой разворот подобрать, с которым я вот гребу, у меня 55 градусов выстрел. И лопатка, это где-то 800 кубиков воды зачерпывает, там где-то порядка 30 килограмм плюс-минус на грибок уходит. А сейчас ты продолжаешь грести на соревнованиях вместе с этим веслом? Я вот сейчас все экспериментирую, меняю, ищу, но почему-то возвращаюсь именно опять к этому веслу. Юра, спасибо огромное за то, что пришел сегодня к нам в студию и объяснил, какие упражнения нужно делать всем тем, кто хочет грести далеко, самое главное, быстро. Друзья, это шоу «Ты можешь больше». Мы продолжаем.